Хишки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Friday Night Funkin'. И в данный момент мы будем с вами смотреть мод под названием Boyfriend против Sonic.exe. Это тот самый криповый, страшный, опасный какой-то ёжик Sonic, который как раз таки в данный момент смотрит на нас из темноты. Погнали! Посмотрим, что же это из себя будет такое представлять. Страшно и интересно. Посмотри, нифига себе здесь. Воу! Целая мультипликация прям. Ой-ой-ой-ой. Жутко страшно. Лол, офигенно сделали. Блин! Крепота начинается, ребят, так что всем приятного просмотра, надеюсь, вам понравится. И погнали. У тебя есть целых 3 секунды, чтобы поставить лайк. Раз, два, три. И если ты успел, пиши в комментариях целых 4 слова, связанных с этим видео, чтобы получить от меня заветный лайк под коммент. Жуть, ребят, конкретная жуть. Ну сразу же начинаем story мод. Я не знаю, сколько здесь вообще миссий, много или нет. Можно выбрать hard, normal, либо easy. Ну, normal берем, по стандарту идем. Опачки. А вот и он, Sonic криповый. Он там Тейлза убил только что. Он Тейлза повесил. Голову его. Офигеть, жесткий. Здесь он какой-то странный, какой-то размазня. То есть он обычно с клыками такой, знаете, мощный, страшный. А тут он какой-то странный. Без зубов, без всего. Я, к сожалению, не знаю предысторию игры и вообще сюжета игры с Sonic.exe. Но я знаю то, что это максимальная крепота. Мы только знакомы с вами, с оригинальным Соником, походу. Я не знаю, может быть, кто-то из вас знает, кто такой Sonic.exe и полностью со всем этим познакомлен. Ну, если я что буду не понимать, ребята, обязательно пишите в комментарии. Ой, жесть какая. И откуда эта музыка, интерес, тоже из Sonic.exe? Я вот что заметил, то что большая часть модов именно посвящена крипипасте. Это, видимо, из-за того, что как раз таки был многим интересен вот этот вот монстр Лемон, лимонный монстр, который был в оригинальной Friday Night Funkin'. И отсюда уже начали черпать вдохновение мододелы. Потому что поняли, то что вот, это тот самый момент. Пока горячо, как говорится, делай криповые моды. Жесть. Началось. Там еще какие-то специальные стрелочки есть. А их нельзя нажимать, походу. Жесть, а что лагает это так все? Соник, харе. Харе лагать. Да, эти кнопочки, походу, которые гличевые, нельзя нажимать. Это не... Это сломанные кнопки. Или нужно, наоборот, я не знаю. Я не понимаю. Не, нужно, нужно, походу. Ой-ой-ой, тяжко тебе. Жесть какая. Сделала круто, реально. Это мне напоминает трики чем-то. Даже начало этого режима, если вы помните, как начинался трики, трики был с этим, со знаком, да, дорожным. А здесь Соник не со знаком, а с этим ходит. С Тейлсом на палке. Жесть какая. Просто экран полностью уничтожен. С
захвачен Соником. Прям орёт, как Титан из Атаки Титанов. Опачки! Его что-то расстроило, он в недоумении. Ой-ой-ой. А кто у него там? Кто-то сидит как будто внутри него. А кто внутри тебя? Ой. Цифры какие-то. Лол. Что это значит? Меня спасла, получается, это? Girlfriend. Это все, что ли? То есть, возможно, мы должны играть на более сложном режиме, как мне это было там написано. Чтобы мы увидели что-то больше. Ну, давай попробуем harder. Посмотрим, насколько это сложнее будет. Говорит, давай драться, давай. У меня сразу, видишь, покраснел микрофон от этого. Блин, классно, что вот эти катсцены, мультики здесь добавили, конкретно прорисовали, все продумали. Мне вот это нравится. Акт первый. Там кто-то вон справа лежит, вон Эггман слева. Я не знаю, кто справа. Что там справа за фигня лежит такая? Непонятная. Так. Ну, песня та же самая, то есть это ничего не меняет нам. Видишь, какая-то фигня вылезла из, на заднем плане. Я даже не знаю, что такое. Понятия не имею. Да, как будто из него кто-то вылазит. Пытается вылезти изо рта. Кайф. Начало такое... Легенькая, реально легенькая. Типа расслабленная, спокойная. Думаешь, ну ладно, сейчас пройдем по-быстрому. Начало напоминает какой-нибудь Troll Face. SCP Troll Face мод. Или тот же самый голодный артист. Если вы помните такой мод. Блин, вот это вообще трэш. Ну нет, это трэш, это уже тяжело начинается, ребят. Здесь уже просто нажимать на изичах не получится. Пипец. Уже пальцы устали, что будет дальше? Вот вам и Соник. Вы думали, что это хороший, классный ежик? Вообще, если вы не знали, то ежики являются хищниками. В большей части. Если вы думали, что ежики едят грибочки да ягодки, то нет. Да яблочки, как это в мультиках бывает, особенно в советских. Ничего подобного, ребят. Ежики едят насекомых в основном. Ну, либо супер мелких каких-то животных. Правда, я не могу даже представить, каких. Они сами довольно-таки мелкие. Я думаю, они и не против какую-нибудь эту перекусить. Как это называется? Да! Я уже забыл, что он вылезает. Блин, тяжело. Какой-нибудь падалью перекусить, они тоже не против. Я думаю, ёжики. Ну, жалко, что из него никто не вылез. Это действительно было бы круто, интересно. То есть микрофон у него просто взрывается, видишь? Ой-ой-ой! Ну, нас опять спасает girlfriend, и написано опять какие-то непонятные цифры. Я уверен, что кто-то из вас знает, что это за цифры. И напишите мне в комментах, что это значит и как с этим вообще взаимодействовать. Смотри, появился саунд-тест. Офигеть. А что это такое? Я не помню, какая там цифра была. Ты посмотри, что происходит.
Ты посмотри, что происходит, а? Вот, блин. Блин! Там в конце же было что-то написано, какая-то штука. Блин, круто, интересно. У нас появился саунд-тест, ребят, давай попробуем. 12.25 первый попробуем. 12.25. Сработает ли? Да, работает, смотри, прикольно. Ой-ой-ой. Что же будет? Акт бесконечность. Офигеть! Секретные уровни, ребят! Ну, видишь, нужно было обязательно пройти все на сложном уровне сложности. Потому что у меня вроде бы после обычного режима, я когда прошел, у меня не появился этот саунд-тест. И только сейчас появилось. Лол, ты видел это? Стрелочки в момент, когда вот этот звук происходит, переворачиваются так же. Ну это прикольный какой-то челик. Это же не криповый. В отличие от предыдущего. И музычка прикольненькая. Хотя казалось бы, да, уже вот конец он мода близок. Но нет, здесь оказывается секретные вот эти вот уровни есть. Все в стиле Sonic.exe. Вот таких вот крипипаст всяких мультиков. Если вы помните, там тоже много всяких секретов было, которые нужно было всякие находить, а все. И только если ты там реально шаришь за какие-то там коды, за все это, за всякие секреты, ты можешь увидеть большую часть контента, который разработчик придумал. Ой-ой-ой. Лол. Также надо будет попробовать 7-7, 3-1, 41-1. И, короче, очень много, ребят, еще, я так понимаю, таких уровней. И, возможно, там будут какие-то мини-уровни, а где-то, наоборот, большие, как здесь. Вот этот уровень очень большой. Ай-яй-яй. Ну это какой-то он жесткий весь этот уровень. А вы думали, что Sonic.exe будет простым? Ничего там подобного здесь нету. Но опять-таки, этот чел, он больше какой-то веселый. Посмотри, да, у него морда какая веселая. Упоротый Sonic. Окей, пробуем следующий. Это 7-7. Ой, 7. 7. Погнали, посмотрим, что это такое. О-о-о, жесть! Это прям уже не Соник, а крыса из боевых жаб, если вы помните такую. Ну он реально мне напоминает Трики, прям вообще один в один. То есть вот этот режим, этот мод. Здесь и музыка прям подходящая. Как будто, блин, один в один оттуда взят. Эффекты всякие криповые. А это чьи руки там болтаются? Это Эггмана? Жесть. Ну это интересно, пипец. Кто-то вот зайдет, скачает этот мод. И после того, как пройдет первый уровень вот этой вот основной сюжетки, да? Story меню, story мода. Он сразу выключит игру, потому что не поймет, в чем прикол. А я, видите, у вас спрашиваю, что это за коды, и сам догадался все-таки. Просто не было менюшки этой плейтеста. Или саунд-теста, или как она называется.
Я так понимаю, все разные Соники. Это не один и тот же, потому что у них разный цвет. И выглядят они по-разному. Жесть. Да, говорю, как будто черпали вдохновение один в один с этого, с Трики. Или может быть даже это тот же самый челик и делал, который делал Трики. Потому что прям один в один сделаны такие же, и паузы в некоторых моментах. Победа! Еще одного победили. Окей, смотрим, 3-1. Кто это такой у нас? Я так понимаю, да, здесь всего 2 босса вот таких вот секретных. Плюс к этому еще дополнительно, видишь, добавили таких приколов. Давай, 41 и 1. До 41 пока дойдешь, уже палец устанет. 41 и 1. Че это такое? Это челик из Тарзана? Ой, тупые эти рофлы. Так, ладно, 12-11. Посмотри, все равно все хочется. Лол. Еще знаешь, такое все довольно-таки детализированное, прикольное. Казалось бы, это вроде чисто по приколу добавили. А по факту довольно интересно все равно посмотреть. Так, 9. Ну, понятно, что еще. Главное, что с Соником здесь практически ничего не связано. Так, 32-8. Так. 32 и... 8. Юрсус. Я не знаю, это просто он мемов понабавлял на все эти штуки. И все, в этом, наверное, прикол. Так, 6-9. И там последняя осталась после этого. А, нифига себе, даже разработчиков поставил. Вот они все. Слева направо. Прикольно. Но это надо запариться все равно над каждой этой штукой. Так, ну и что, 69. Последняя. И 27. 27. Пам. Только без скримеров, пожалуйста. Ну понятно, это опять, это видимо локальный рофл какой-то среди разрабов, я так понимаю. Ну круто, круто, интересно на самом деле. Я, получается, выйти отсюда не могу, да? Справедливо. А, не, эскейп, эскейп работает. В общем, такой вот, ребят, мод, очень прикольный, очень классный. Получается, мы с вами победили 3 боссов. И 3 из них были все сониками и все какими-то разными. Очень самое интересное. В общем, будем смотреть, следить за ситуацией. Может быть, там выйдет полноценная еще какая-нибудь версия, более раскрывающая ту суть, которую нам показали в начале, в первом сюжете, где у нас защищает Girlfriend и уводит куда-то. Может быть, мы увидим, как Girlfriend сражается с Соником. Было бы интересно посмотреть. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, не забываем подписываться на паблик ВКонтакте, ссылка в описании, шоп-канал, это была игра Friday Night Funkin и мод Sonic.exe. Всем пока. Доброе.